Продолжаем свидание с Ноэль. Хочу открыть дальше, потому что ключики у меня собираются, а мне больше некого открывать. Барбара у меня открыта. Беннетом мы прошли. Видео еще не все загрузила, потому что там частично на стриме проходили, по-моему, последние свидания. Чун Юнь, Барбара, Ноэль, Диона. А эти у меня закрыты сюжетом, потому что я еще не прошла сюжет. Вот. Открыто еще Юн Цинь и Нин Гуан. Поэтому сегодня идем к Ноэльке. Так, продолжить игру. Так, да. Встречаемся с ней там же, собственно. Начало, скорее всего, будет одинаковым. Я не помню, где там разветвление идет. Ну, сейчас посмотрим. Так, можно пока подлечиться. Это я забыла совсем. Задание было уже Сабури убить. Так я чуть вспотела. Ну, совсем капельку. Или, может быть, это из-за того, что у меня опять температура. Да. О, это почетный рыцарь. Привет. А? Кажется, кто-то тебя зовет, Энджел. Пошли посмотрим. Угу, сейчас посмотрим. Это не обязательно переключаться, игра автоматически переключает. Мне просто самое интересно так. Наконец-то мы встретились, почетный рыцарь. Я Ноэль, горничная Орда Фавониус. На тебе экипировка рыцаря горничной? О, прошу прощения, я еще не являюсь официальным рыцарем Ордена. Хоть я имею статус горничной Орда Фавониус, но чтобы носить эту броню с честью, я начала проходить рыцарское обучение. Рыцарское обучение? Да, хотя я еще не прошла рыцарский отбор, но уже расспросила у старших членов Ордена о том, как стать настоящим рыцарем Орда Фавониус. Я надеюсь, что сегодня звук нормально записывается. Потому что я не могу проверить, а на прошлых трансляциях была проблема с микрофоном. Я научилась у Эмбер делать барона зайчика, а Кая поручает мне все новые и новые маленькие задания. Я также просила рыцаря Искорку поделиться со мной опытом. Вот только потом магистр Джин арестовала нас обеих. Ты очень усердно трудишься. На самом деле, я всегда надеялась, что смогу получить совет от почетного рыцаря. Но я боялась, что слишком грубо с моей стороны. Все не осмеливалась побеспокоить. Иногда я видела тебя на улицах Мадштата, но была слишком занята, чтобы поговорить. Сегодня уборка в штабе закончена, и я как раз собиралась начать тренировку, как встретилась с тобой. Если не трудно, не мог бы ты помочь мне с тренировкой? Конечно, с чего начнем?
А я хотела бы услышать мнение старшего рыцаря. Все это время я добросовестно выполняла обязанности горничной и упорно тренировалась, но мое обучение продвигается очень медленно. Обязанности горничной? Ну, обычные чистка и уборка. Примерно через день я делаю генеральную уборку в штабе Орда Фавониус. Подметаю везде, под кроватями и под подоконниками, в самых маленьких уголках. Всегда больше всего пыли. Еще я занимаюсь разными бытовыми пустяками. Готовлю повязку на глаз для господина Каи, помогаю Лизе прибраться на книжных полках. Я занимаюсь каждый день, но у меня такое ощущение, что все равно чего-то не хватает. Тебе не хватает силы? Ой, телефон. Силы? Но мне кажется, я довольно сильная. Недавно господин Брюс выпил слишком много, и я сама отнесла его в штаб ордена. Еще я принесла новые книжки и книжные полки в библиотеку из Спрингвейла. Даже господин Хоффман говорит, что я сильная. Можешь продемонстрировать? А, да, конечно. Но смотря на то, что это всего лишь тренировка, я не могу поднять меч на почетного рыцаря. Знаю, пойдем на тренировочную площадку Орда Фавониус. Там есть тренировочное чучело. Так. Воспользуемся телепортом. Потому что мне лень бежать. Так, и нам надо вниз. Прям вот сюда вот. Просто вот тут. Да, красивые крылышки новые. Сделаем вот так. Почему я Ноэль? А, привет, Ноэль. Тоже потренироваться пришла? Ой, и почетный рыцарь здесь? Привет, Айлин. Я лишь попросила почетного рыцаря дать мне совет по тренировкам. Энджел хочет взглянуть на мою базовую технику. На площадке есть свободное тренировочное чучело? А, базовую технику Ноэль? Обычное чучело не подойдет. Как бы мы их ни расставили, Ноэль одним махом со всеми справляется. Одним махом? Это же Ноэль. Дай-ка подумать, как бы мне их установить. А, знаю. Подождите немного. Ух. Вот так будет лучше для Ноэль. Точно? Не слишком сложно? Может, чуть-чуть? Их так много? Пожалуй, их слишком много. Уборки потом предстоит много. А, нам дают неожиданно Ноэль. Чего? Не хватило? Я не успела? А почему? А где время? Я не понимаю, почему мне не хватило? Чего мне не хватило? Быстрее надо.
Я поняла. Кто бы мог подумать, все порубило. Одним махом, окей. Надо было одним махом просто использовать. Я не сразу заметила, что у нее кьюшка была заряжена. Ух, уборка закончена. Вот это сила. Спасибо. Для меня очень ценно получить похвалу от самого почетного рыцаря. Но моя сила единственная, на что я могу полагаться. Всякий раз, когда я тренируюсь с рыцарями, я не знаю, как ее применять. Даже если я ударяю мечом сильнее, чем мой оппонент, я все равно в конце проигрываю. Как бы я ни старалась, я не могу пройти рыцарский отбор. Ух, бедняжка. Почему? Я не понимаю. Может, тебе не хватает боевого опыта? Боевого опыта? Ты же всегда работала горничной в Мондштадте, верно? Похоже, что да. И если я буду покидать город, когда захочу, то не смогу помочь людям, которые в это время будут нуждаться во мне. Но это правда, у меня нет реального боевого опыта, где можно его получить. Ты можешь начать тренироваться в окрестностях Мондштадта. Слаймы в окрестностях. Доверь их мне. Сейчас побежим мочить слаймов. Худой. Так далеко? Нет, недалеко. То залезь уже. А, нет, все-таки на том берегу. Я так привыкла разговаривать только на стримах с чатиком, что сейчас у меня невольно появляется желание спросить что-то. Но вы же мне не ответите. Зрители Ютуба. Нет, вы мне можете написать в комментариях ответ. Ой, слаймы. Попробуем здесь. Начнем с гео-слаймов. Давай. Гео так гео. Юшку я потратила. Сорок шесть секунд. Так, мне сейчас придется опять это делать. Нет, проще простого. А на Эль кое-чего стоит. Найти следующую цель тренировки. Окей. Я надеюсь, что Кьюшка сейчас зарядится. А, тут дендрослаймы прятались. Где эти дендрослаймы? А я уже это, я уже... Я уже проиграла. Похоже, что Наэль не очень-то справляется с слаймами. Избегайте... Ах, вот оно как.
Я... Я провалила задание. Как начать? Как начать заново? Нельзя заново начать? Почему нельзя заново начать? А я могу телепортироваться? Плохо, что у меня только Наэль. Не, ну я понимаю, это испытание и всякое такое. А что ты за мной летаешь? Что-то я не там, где мне надо. Мне надо было на эту скалу вверх. Еще выше. Так, я, наверное, не туда телепортнулась. А, там же? Оно показывало вот здесь. Или мне дают возможность переиграть? Возможно, дают возможность переиграть. Масло масляное. Ну, давай. Сначала. Так, мы телепортнулись, и мне дают возможность, да, с геослаймов. Пошли. Давай! Ты не собьешь ему щит, если будешь стоять. Не нравится мне вот это вот. Все в Наэльке классно, но вот эта неповоротливость. Ух. Да, а теперь у нас зависла эта атака. Классно. Зависшая атака. Так, капусты. Нет, это не капусты. И она у меня всего лишь 60 уровня. А, то есть мне дают мою же Наэльку, но без поддержки какой-либо. Одну Наэльку. Как-то глупо. Сейчас забегу туда, и сразу начнется время, да? А где эту капусту искать? Где она? Да, здесь капуста. Где она? Я ее не вижу. Где ее бить? Где капусту бить? Где она? А, вот она. Надо запомнить, где. Я не понимаю, может быть, мне нужно провалить это задание? Может быть, мне реально нужно провалить это задание? Ладно, пошли.
Мне дают же мою Наэльку, но только одну. Какой смысл в этом? Я не могу добраться до места битвы, потому что тут враги, а я их сама не вывожу, да? Интересное свидание. Найдите следующую цель. Неужели глаз бури? Что? Прогрузите, пожалуйста. Где он? Где он? Глаз бури? Где? С кем мне драться надо? А, вот он. Окей. Нет, глаз бури хочет сбежать. Испытание провалено. Класс. Прости. Ух, он был слишком высоко. Я не могла его достать. Если бы только Эмбер или госпожа Лиза были здесь. Нет, я не должна так думать. Рыцарь должен опираться на собственные силы. Я бы на твоем месте тоже попросил помощи у Эмбер или Лизы. А, да? Но... Силы одного рыцаря ограничены, поэтому был создан орден. Вот я говорю, что в одиночку сложно. Действительно, если бы я сражалась сейчас вместе с тобой, братство ордена дружное, сплоченное, и это самая твердая опора Орда Фавониус. Так записано в 7-8 пункте руководства для рыцарей Орда Фавониус. Я и не думала об этом. Последнюю цель нашей тренировки можешь выбрать сама. Сама? Думаешь, у меня получится? Выбор подходящего противника – это тоже часть тренировки. Правда? Я подумаю. Мне нужно избегать слишком сильных противников и продумать взаимодействие в команде. Ага, знаю. Магистр Джин говорила, недалеко есть лагерь хиличурлов, которые часто нападают на странствующих торговцев. Хотя изгнанием хиличурлов занимаются старшие рыцари, но, может быть, в этот раз смогу и я? Давай сделаем это вместе. Да, вместе. Наконец-то. А то у меня уже нервы сдают. Камушек. Простите, я должна его взять. А где хиличурлы? Вот там за стеной? Да, красивое дерево помогает оглядеться. Не прогрузились текстурки. Наэль! Наэль! Кто-то... Это там уже бегу. Wait.
Даже два раза. А где Наэль? Окей. У нас ее забрали. Да, давайте с ним поговорим. О, хвала Барбадосу! Помощь доспела! Спасибо вам, Наэль и почетный рыцарь. Если бы не вы, не знаю, что случилось бы. Главное, что все в порядке. Вы здесь, чтобы спасти меня, правда? Мы тренировались неподалеку, когда услышали, что вы кричите мое имя. К счастью, мы успели. Мы были довольно далеко. Ха-ха-ха. Думаю, я хотел сказать что-нибудь типа «Спасите» или «Барбатос, помоги». Но получилось, Наэль, я сам того не заметил. Наверное, потому что в Мондштадте мы привыкли звать Наэль, если сталкиваемся с трудностями. Мы слишком зависимы от нее. Ничего страшного, для меня честь помогать людям. К тому же, благодаря этой привычке, я смогла услышать крик господина Хеннинга. Но хорошо, что эти хиличурлы не были слишком свирепыми. Я смогла с ними справиться. Не очень свирепыми? Я был так напуган, что не мог и пошевелиться. Эти хиличурлы не были слабыми. Правда? Я просто делала то же, что и всегда. Цель была иная. А, ну да. Я действительно не могла допустить, чтобы господина Хеннинга ранили. Значит, многое зависит от цели. Защита людей – вот истинный источник силы, Наэль. Точно, вы правы. Когда Ноэль помогает нам, она становится еще сильнее, чем на тренировках. Но это все равно не причина для того, чтобы так зависеть от нее. Ахаха, конечно, конечно. В любом случае, спасибо вам двоим. Ничего, я просто выполняю свои обязанности горничной. Ноэль, горничная, рыцарь Орда Фавониус, к вашим услугам. Задание выполнено. Сила защитника в его воле. Сила это живет для того, чтобы защищать. Так, мы открыли еще одну концовку. Заберем награду. Получить. Так, что мы успеем еще одну пройти? Или нет? Надо попробовать. К тренировочной площадке. Так, прыгаем. Теперь надо выбирать другие реплики.
Привет, Ноэль. Тоже потренироваться пришла. Ой, почетный рыцарь здесь. Привет, Айлин. Я лишь попросила почетного рыцаря дать мне совет по тренировкам. Энджел хочет взглянуть на мою базовую технику. На площадке есть свободное тренировочное чучело? Базовую технику Ноэль, а обычное чучело не подойдет. Как бы мы их ни расставили, Ноэль одним махом со всеми справляется. Одним махом? Но это же Ноэль. Дайте-ка подумать, как бы мне их установить? Ага, я знаю. Подождите немного. А вот так будет лучше для Ноэль. Точно не слишком сложно. Может, чуть-чуть? Их так много? Пожалуй, их слишком много. Уборки потом предстоит много. Ноэль, ты это все сразу хочешь порубить? Да, я сейчас буду пробовать. Мне кьюшку не зарядить таким образом. Почему мне тот раз дали кьюшку заряженную, а этот раз нет? У меня таким образом не заряжается кьюшка. А, у меня получилось, надо же. Окей. Ух, уборка закончена. Вот это сила. Спасибо, для меня очень ценно получить похвалу от самого почетного рыцаря. Но моя сила единственная, на что я могу полагаться. Всякий раз, когда я тренируюсь с рыцарями, я не знаю, как ее применять. Даже если я ударяю мечом сильнее, чем мой оппонент, я все равно в конце проигрываю. Как бы я ни старалась, я не могу пройти рыцарский отбор. Почему? Я не понимаю. Потому что тебе нужно стать еще сильнее? Сильнее? Да, по сравнению с почетным рыцарем, победившим уже в споре, я действительно недостаточно сильна. Научи меня, почетный рыцарь. Как ты обычно тренируешься? Я добываю руду по всему Тейвату с помощью одноручного меча. Руду? Ты используешь меч, чтобы добывать руду? А вот как? Ты укрепляешь мышцы рук, а по пути между рудными жилами сражаешься с монстрами? Вот как тренируется почетный рыцарь. Я должна попробовать. Это не так легко, как ты думаешь. Ничего страшного. Доверься мне. Ну ладно. Очень... Что же с вами поделаешь? Ах, ладно, давайте потренируемся на этих рудных жилах. Давай потренируемся на рудных жилах.
Так, я, кажется, не туда иду. Мне надо к дороге. Ой. Что-то я не в ту сторону пошла. Куда? Куда ты падаешь? Так, я не на тот телепорт телепортнулась. Мне надо выйти на дорогу. А, дорога. Где мое мясо? Игра, где мое мясо? О. Вот оно. Дорога. Тут можно полутать что-то. И ничего не выпало? Сейчас отбегу, оно выпадет, да? Да. Пшеница. У меня, правда, есть пшеница. У меня нет такой необходимости остро ее подбирать тут. Но все равно. Неожиданно. Все время тратится на загрузки. Так, и... Вот они, давай соберем вот ту руду. Тут она стреляет, по-моему. Или мне показалось? Где? Где руда? А, вот руда. Тут монстры водятся. Сражение с монстрами — это тоже часть горного дела. Предоставь это мне. Говорят, здесь часто бывают обвалы. Надо быть повнимательнее. Ой. Ух, вот эти кусты еще мешающие. Так. Может, дадите мне собрать, нет? То кусты не косятся. Класс. Продолжать поиски руды. Давай. Полетели.
только собрать я ее не могу. Я-то ее разобью. Потом надо будет ходить и собирать. Еще монстры. Это Митачуру. Это сильный монстр. Я с мигом с ним разберусь. Осторожнее, Нэнни. Где же бывали обвалы? Извини, я поняла. Следуй за мной. Пойдем вместе. Красиво, да? Стоп-кадр. Игра, нет, не делай так со мной. Ко мне пад! На дно ущелье посыпалось. Это из-за меня. Возможно. Возможно, это просто совпадение. А, это рыцарь Орда Фавониус? Да, конечно, игра вылетела. Что делать-то? Игра вылетела, класс. Я так и знала. Это уже после обновления который раз у меня вылетает игра. Странно очень. Ну что, сейчас загрузимся опять. Правда, квест нельзя будет продолжить. Наверное, я на этом запись остановлю и тогда попробую в следующий раз еще раз. Все, пока, YouTube.